Всем привет! Я Светлана Гаспарович и добро пожаловать на мой канал Дом Творчества. В этом видео я покажу, как из отрезов джинсовой ткани сделать такое летнее украшение своими руками. Для того, чтобы сделать браслет самой, нам понадобится джинсовая ткань длиной равной обхвату запястья, умножаем ее на 2 и прибавляем 4-5 см. Ширина отреза 3,5 см. Она будет зависеть от бусин, которые вы выберете. Чем больше бусина, тем будет шире наша полоска. И еще, конечно же, нам понадобится резинка. Я взяла спандексную нитку резинку. Итак, приступаем. Берем нашу полоску и делаем махру. Для удобства мы можем взять иголочкой и помогать себе. Сейчас я хочу дать вам один совет. Если вы хотите, чтобы ваша бахрома была такой белой, тогда при раскрое нужно обязательно это учесть и располагать деталь на штанинах вдоль, а не поперек. Вот такая заготовка для браслета у нас получилась. Продолжаем. Берем иголку с резинкой, делаем складку из полоски и продеваем нашу иголку через ткань. Далее мы нанизываем бусину. Обязательно оставьте хвостик резинки. Она нам нужна будет, чтобы в конце соединить наш браслет. Такую же операцию проделываем другими бусинами. Делаем складку, опускаем иглу, нанизываем бусину. Доделали, а так вот выглядит браслет на руке моей доченьки. Он ей очень нравится. А вам? Берем наш браслет и завязываем концы наших резинок, которые мы специально для этого и оставляли. После чего ненужные хвостики обрезаем. Вот такой браслет у нас получился. Сделайте себе такое украшение, и я уверена, вы обязательно поразите себя такой красотой. И знайте, что джинсовые аксессуары всегда были и остаются классикой моды. Если вам понравилось видео, и вы хотите узнать еще больше идей, как сделать красивые вещи из старых джинсов, тогда подписывайтесь на мой канал и ставьте лайки. До новой встречи!